Рекордная партия синтетических наркотиков. Более 4 килограммов не дошла до потребителей благодаря курским полицейским. Силовики задержали 22-летнего жителя Воронежской области прямо на месте преступления. В лесополосе молодой человек прятал смертельный товар, чтобы потом угощать им курян. При себе есть наркотические средства? При себе нет. А здесь что вы делали в лесу? Прятали наркотические вещества, да? Да, которые изготавливал курки. Предприимчивый молодой человек приехал в Курск на заработки. Он жил в съемной квартире на проспекте Дереглазова. Заказы и оплату получал через интернет. Для пущей конспирации синтетику хранил не дома, а в ближайшей лесополосе. Наркотики изготавливал самостоятельно, фасовал и затем делал тайники закладки в городе. Полицейские поймали воронежца. Наказание за попытку нажиться на чужом горе будет серьезным. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье 228 прим. 1, часть 5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание от 15 до 20 лет или пожизненное.